Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это ивенты. Начнем первый ивент. Сила кристаллов души. Топлановых технических работ 31 августа. К ежедневным бонусам добавлен ивент за посещаемость. Сила кристаллов души. Ежедневные бонусы позволяют получить кристалл души 11 раз. И дополнительный бонус по дням позволяет получить следующие предметы. Реликвия энергии, порошок пробуждения, карта Агатиона, кристалл души и другие предметы. Так, следующий ивент. Святилище Леи 1+1. Не, это не тот Нигабро, который с фильма. До плановых технических работ 24 августа. Период проведения ивента в магазине алмазов. Леи. Карта класса Агатиона высокого качества. Карта обычного класса Агатиона увеличена в 2 раза. Подарки с кристаллами души. До плановых технических работ 31 августа. Период проведения ивента. Каждый день 9 часов по почте будут отправляться подарки. Кристалл души. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов. Поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Энергия Энхасад 1000 единиц. Кристалл души 1 раз. Заряд души 500 штук. Также рассмотрим обновление. 17 августа были установлены обновления. Внесены некоторые изменения в катакомбы отступников. Так как вы раньше ходили с понедельника по пятницу, теперь вы будете ходить понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье, катакомбы отступников будут называться война кланов катакомбы отступников. В эти катакомбы могут войти с 50 уровня. И клан, который достиг 10 левела клана. Начинается 4 сезон катакомбов отступников. Расписание 17 августа до 16 ноября. Увеличены награды лагеря. Я вижу, что теперь зелье пробуждения среднего качества будут давать. А так, орден славы, знак поручения, кристалл, я не помню, сколько давали, честно. Реликвия энергии, да, больше стало вроде бы. Камень, так как и остался, так и будет по одной штучке. Я даже не знал, что за нищу отдельный сундук дают. Если в катакомбах отступника, ну такое бывает, что... А, подождите, ничья — это когда нет количества людей. К примеру, там с одной стороны, с другой стороны по два залетело там. Тогда вас степает город и вам дают сундук ничья, наверное. Вот тогда дают этот сундук. Третий сезон Олимпиады катакомбы отступников завершен. Выдаются награды. Награды будут выданы 15.00 17 числа. То есть сегодня. Видим, какие награды дают. Сундук с героической книгой наследника. На выбор. Это если вы попали в рейтинг мастер. Я попал в рейтинг ветеран, то мне дадут книгу. Сундук с легендарной книгой наследника на выбор. Пизжу, ладно. Сундук с редкой книгой наследника на выбор. Добавлена война кланов. Катакомбы отступников. Это основной PvP-контент для персонажей от 50 уровня и выше, состоящих в клане 10 уровня и выше. Вход доступен в субботу и в воскресенье с 20.50 до 21.00, с 21.20 до 20.30. То получается в 21.50 некрополь, такая линеечка будет. Но будет интересно, интересно что-то. Что за катакомбы клановые? Правила такие же, как у прежних катакомб отступников. Видим, награды аналогичные по ходу одиночки. ПВЕшники завыли, типа. Я так понял, они сократили дни Олимпа. Собираются лавочку сворачивать, этого я не понял. Новичков и так нет, сейчас еще онлайн упадет. Тип, донатьте, парни, не знаю, что и делать. Тьфу, блять, это и так была помойная донатная игра, господи. О, да. Не знаю, это какой-то, понял, запоздалая реакция у человека, наверное, немножко. Видим реакция ПВЕшника и реакция обычного игрока Lineage 2. Всего лишь урезали фарм твинам. Ну, будем смотреть. Вот, это нормальный пацанчик. Это все обновы, что есть на данный момент. Также можете видеть график ивентов. Песня о прошедшем ивенте. Я помню арбуз большой, я помню арбуз большой, я помню арбуз большой.
вами был Розе, всем до новых встреч.